В Бакинском славянском университете открылась международная конференция «Юбилей Великой Победы. Живая память через поколения», организованная политологическим центром «Север-Юг» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В конференции, которая проводится под председательством заместителя заведующего отдела по общественно-политическим вопросам администрации президента Азербайджана Арастона Мехтиева, принимают участие зарубежные гости, ветераны Великой Отечественной войны. Арастон Мехтиев выразил сожаление в связи с тем, что в первые годы независимости в Азербайджане давались весьма противоречивые оценки Великой Отечественной войне, предпринимались попытки вычеркнуть эти яркие страницы из истории страны. Но после того, как президентом Азербайджана был избран Гейдар Алиев, отношение в стране ко Дню Победы и ветеранам изменилось в лучшую сторону. Отмечалось, что сегодня руководство Азербайджана продолжает оказывать заботу и внимание о ветеранах Великой Отечественной войны. Каждый год в Азербайджане торжественно отмечается День Победы. В программе конференции приветственная речь ректора Бакинского славянского университета, пленарное заседание, выступление, секционное заседание, на которых будут заслужены доклады по теме. Международная конференция проводится в рамках праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Камила Алиева, Вюсал Бидадеоглу, Хюмбет Мамедов, Азертач.